ребята, привет. Забрали Wellfire, того самого, которого мы случайно купили. Тачка в целом в хорошем состоянии. Вот, так что давайте посмотрим повреждения, посмотрим салон, кузов, круг. Вот, сегодня у нас планы какие? Поехать в гибрид-сервис, проверить батарею, проверить мотор. И мы ее загоним к ребятам, чтобы они нам делали кузов. Вот, скажут свою оценку, что сколько будет стоить. Забрали с таможни. Кстати говоря, попали под дикий доллар, это вот самый пик, когда он скакнул. Вот, поэтому в следующем видео мы выведем окончательную цену, вот, и дадим тот ценник, за который мы его готовы отдать. Забрали Wellfire, и сразу же нужно проверить батарею, потому что вы будете покупать его дистанционно, скорее всего, и регионы беспокоятся о батарее. Приехали к ребятам, гибрид-сервис находится в Владивостоке на военном шоссе. Я здесь обслуживаю Сая, Prius 20 обслуживал. Вот, они там вообще могут очень много делать, там тонировку автоматическую, вообще очень много вещей. Под видео будет ссылочка, можете зайти, там, если у вас какие-то вопросы по гибриду и вы обслуживались у каких-то мастеров непонятных, то можете попробовать, здесь вам все понравится. Говорят, дорого по городу, но не знаю, по-моему, цена объективная. Сейчас нам проверяют Wellfire, все диагностические листы мы приложим к видео, отсканируем. Ну, в общем, вся правда об этом Wellfire будет. Старение 0%. В целом батарейка хорошая. Состоит... А нету данных, ну типа меняли или не меняли в Японии? Нет, таких данных нет, угу. Но по параметрам можно сделать вывод, что она очень хорошая. Состоит она из двух ярусов, эта батарейка, разного типа элементы, ну разного размера, угу. Разный вольтаж. То есть вот я выделил одну секцию, у них разница 0,02, ну это очень хорошо. И вторая секция, где 15-вольтовые элементы, разница 0,1. То есть это... Для данного автомобиля очень хороший параметр. Пробег, вот еще, для такого пробега прям очень хороший показатель. Может быть, реально в Японии была замена там на более свежую. Uh-huh. А у них как работает вот у Wellfire, у Альфардов? Ну, так же, допустим, как на том же там Prius, Сай. Да, система одинаковая. Единственное, что тип элементов чуть-чуть другой. А вы на память не помните, какой объем батареи? Ну, мощность. Сколько киловатт? Нет, по киловаттам не скажу. По uh-huh. количеству только могу сказать. Сейчас скажу раз, 12 элементов коротких, как на RX-е, и 18 элементов длинных, как на LS-е 600. Mm-hmm. Обычно проблема возникает с LS-овскими, но у вас по ним вообще четко. Mm-hmm. То есть вот под нами стоит сейчас автомобиль, как раз на ремонте батарейка, вот эта секция вся живая, mm-hmm. а вот эта вся умерла, mm-hmm. то есть будет полная замена ее. Вот по бензиновому мотору, смотрите, у вас есть небольшие отклонения, не скажу, что они критичные. Грязноватая дроссельная заслонка, ну, это в принципе mm-hmm. неудивительно для такого пробега, и чуть-чуть беднит смесь. То есть у совокуп... них есть этот, как EGR? EGR на этом моторе нет. То есть просто дроссель, да? Дроссель, и я бы глянул инжектора, потому что смесь плюс 4 беднит. Ну, не обязательно сейчас, можно понаблюдать там mm-hmm. тенденцию. Если будет она еще бедниться, уходить в плюс, mm-hmm. будет смысл их почистить. Для начала. Я думаю, короче, достаточно заслонка. То есть это не критично, обычное плановое там обслуживание, сделать чистку. Это недолго и недорого, поэтому. То есть в целом, ну, заключение по машине, что очень хорошее для такого пробега состояние у нее. Я понял. Все, ну, все остальное там в норме, в принципе. Ребят, нам очень повезло то, что Wellfire оказался технически живой. Но на самом деле я предполагал подобное, потому что мой Сай 145 тысяч пробег, у меня в порядке была батарея, в порядке мотор чистый, вот, и у Wellfire та же самая ситуация. Нам очень повезло. Тачка в целом в хорошем состоянии, а на тойотовском аукционе ей поставили 3,5, заслуженно. Есть маленькие моментики по салону, вообще не критичные. Сейчас разберемся с покраской двери, порога. И в принципе, тачка за свой бюджет, то, что мы ее будем отдавать по себестоимости ниже, чем все Wellfire, это очень хорошее предложение. Живая батарея, живой мотор, живой салон, и будет кузов в хорошем состоянии. За минимальную цену на дроме купить такую тачку, я считаю, очень отличный вариант. Коцки на диске,
К сожалению, у него запаска не такой же диск, можно было бы поменять. Ну, с диском ничего, наверное, не сделаем. Вот, потом у нас идет притертая дверь и замятая. Сейчас нам ребята скажут. Здесь пластиковый порог покоцан, тоже под покраску. Тоже под покраску. Далее у нас идет, ну тут вот он, ну вот эта полировка уберется, задняя дверь. Здесь покраска, пластиковый порожек. Здесь покраска. В принципе, все, все повреждения. По времени это займет сегодня у нас, ну, не, скажем так, неделя. Я понял. Сергей, можно заполировать вот, вот эти вот ногтей, вот, ну, вот эту пластику? То есть снять ручки, там, по кругом пройтись, когда будет это. Еще знаете, какой вопрос? Можно будет вот это вот как-то, ну, короче, затампонить вот эти места. И короче, на крыше есть тоже. Его вот, тоже вот покрашено вот так вот кусочком. Одна. Угу. Ну, то есть весь кузов пройти и посмотреть, как там. Да, вот такие места подтампонить. Вот. И все. Он без гудрони у вас. Да? Гудрони? Да. Ну, в гудроне это мы еще по Светланше. Ну, так все у него вроде замечание. Ну и здесь тоже. Ну его тогда полировать полностью надо, потому что вот две ручки, смотрите, потеки видно. Под ручку. Из-под ручек. Потеки что, это же грязь? Или что это? Это грязь, да. Я вот этот, а не гудрон. А? Это царапин. А сколько вот это будет убрать? Здесь получается не кладка все, да? Ну там будет дополнительно. А вот этому моменту еще подумаем, посчитаем, сколько оно в круг выходит, по этому моменту подумаем. А, Сергей, можете еще, вот, короче, вот эту пластмассу посредине, ну, я не знаю, там, на Майами, либо, ну, короче, может они... Просто, ну, да, какой номер, я просто вообще не знаю, ну, разобрать ухо, поменять. И еще, знаете, нам на гибриде сказали, короче, тут не ЕГР, а дроссельная заслонка обычная, а можно ее просто снять, почистить? Они говорят, ну, она что-то не очень работает. Ну, у нас таких специалистов. А, я понял. Ну, ладно, значит, мы в другом месте сделаем. Я понял. То есть, лучше... Лучше у специалистов. Угу, я понял. Как мы делаем? Докуда? Все крыло влачим? Так, просто вот эта коцка, она встанет по двери. Ну так, по большому счету. Нет, а я что должен сделать? Сначала... Мы сейчас принимаем решение. Хозяин, принимаем решение. Как это? Нет, а какая разница? Ну уже тогда что, уже залачен. Просто я вот здесь переход, вот здесь делаю тебе. Ну, оно что... просто будет лаченое, не крашеное, да? Вот что? Нет. Вот до сюда надо будет накрашено. А залачено полностью? Да, залачено вот до сюда. Ну либо до сюда. Ну оно, что здесь переходить, что здесь переходить. Да. Ребят, забегу вперед и скажу, что Wolfire в хорошем состоянии, даже 167 тысяч пробег, но и кузов, и салон, и батарея, и мотор, все в хорошем состоянии. Под видео будут ссылки на ребят, которые нам протестировали гибрид, ссылку на ребят, которые нам будут его сейчас красить. Полный обзор этой машины, посмотрим комплектацию, кнопочки,
и так далее, вообще, что за тачка, как едет, сделаем чуть позже, когда нам все покрасит, когда будет машину, будет не стыдно показать всю в круг, когда она будет блестеть, гореть и готова показаться вам. Ребят, подписывайтесь на канал, следите за этим проектом. Люди звонят, кто оставит первую предоплату, вот, тот его и забирает. Так что, если вам нравится этот автобус уже, то звоните нам. Ребят, я с вами прощаюсь. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.